И всем привет, дорогие друзья и мои подписчики, с вами снова я, Лазер, и сегодня будет пятая, юбилейная часть раздачи яиц. Да, давненько не было видео по Роблоксу, ну, было лето, я работал, копил на компьютер и все такое. Ну, ладненько, вернемся к видео. Вот что я подготовил для сегодняшнего видео. Кучу просто яиц золотых, королевских, яиц пустыни, яиц на пенсии. Ну и одно опасное. Это какому-то счастливчику прям достанется. Вышло только что видео скоро на канале. Скоро будут стримы, скоро будут классные раздачи. То есть все будет только лучше и лучше. В общем, всех буду ждать на моих стримах. Приходите, вы их ждете. Я их сам уже, честно говоря, заждался. Ну ладненько, давайте выходим из домика и будем писать замечательное вот это сообщение и искать людей, которые хотят попасть, ну, в видео, ну, по большей части хотят получить яйца. Так, ну, слушайте, ну, тут не слишком много людей, ну, ладненько, ничего страшного. Сейчас давайте напишем это сообщение. Так, всем привет. И так далее. Так. Что-то как-то никто не интересуется особо. Ладно, давайте еще раз напишу. Странно, обычно вот во всех видео ко мне просто подбегали сразу же, а тут как-то... Ок, я. Ну, давай. Так, Vero Steps, ты у нас получаешь... Ну, давайте яйцо пустыни. Без пэта. Не надо пэта. Просто беги яйцо. Это раздача. Это раздача. Все. Спасибо. Так. Все, ты получила яйцо. Vero Steps. Вроде бы заполнил. Запомнил никнейм. Следующий. Давайте. Следующие люди. Так. Please free. Так, это кто? Так. Ты получаешь японское яйцо. Кстати, оно покруче. Так-то оно покруче. Так. Там кто-то на английском даже пишет Please Free X. Ну, ладно. Возможно, и ей дадим. Так. Please Trade. Ну, ладно, хорошо, давайте. Давайте ей тоже дадим. Окей, ты у нас получаешь супер яйцо просто. Привет. Ай. Так. Что-то, по-моему, у меня лагает Roblox, у меня есть такое ощущение. Потому что у меня кнопки как-то странно нажимаются. Ну ладно. Ну, ей прям фартануло капитально. Она получила самое дорогое яйцо. Хотя японское, кстати, тоже, по-моему, дорогое. Но королевское дороже. Так, ну... Видимо, все, да? Видимо, больше ко мне никто не подойдет. Ну, ладненько. Видимо, на этом сервере мы закончили. Побежали на следующий. Ну и вот уже другой сервер. Правда, у меня почему-то тут мало кто прогрузился. Но ничего страшного. Ладно, напишем наше замечательное сообщение. Встанем на нашего беззубика. Вернее, сядем. А потом слезем. Снимать, кидать жалобу. Чё? На меня? Зачем? Я же яйца даю. На меня? Ничего не пойму. Ладно, еще раз сообщение напишем. Что-то вообще какие-то люди немножечко осторожные, мне кажется. Потому что в прошлых видео там прям все подходили со всех углов. А тут как-то... Не знаю. Как-то слабовато. I'm your fan. Very good. Блин, не, у меня что-то Roblox правда лагает. У меня как-то кнопки слабо нажимаются. Ты подойдет ко мне кто-нибудь или нет?
Ну, что-то вообще как-то не очень, слушайте. Давайте еще раз напишем. Вообще, что происходит? Вообще никого нет. Вот где эти люди, которые просят пэтов? Вот почему их сейчас нет? Куда они все делись? Ё-моё. А, мне подарок дали. Что это за подарок? Золотое яйцо. Классно. Фэнкс. Ты будешь печатать, нет? Ладно, ладно. Раз он подошел, давайте мы ему тоже тогда дадим подарок. Ты у нас получишь вот такое вот яйцо пустыни. Том-ком-комк. Ай, ну что-то вообще как-то не очень, ребята. Что-то не очень. Я не знаю, напишите в комментариях. Может, как-то люди изменились немножко. Ну, почему как бы никто не просит пэтов? Неужели после моего того видео, где я... это, как это называется? Где я объяснял главные проблемы Adopt Me, неужели прям все изменилось в лучшую сторону? Ни одного попрошайки даже нет. Неужели прям настолько мое видео повлияло на Roblox? Ну, что-то, конечно, я сомневаюсь сильно, но ладно. Ну, что-то как-то ладненько, побежали на другой сервер тогда. Сейчас, или не побежали. Так, приветик. Хочешь яйцо? Угу. Я видео снимаю. Про раздачу. Так. Ого. Да, ого. Ну ладненько. Соня 2015. Ты у нас получаешь яйцо на пенсии. Я что-то так подумал, что яйца на пенсии мы никому не раздавали. Спасибо огромное. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Видео будет на канале Лазер 23. Так, ну ладненько, я побежал, видимо, на следующий сервер, по всей видимости, ну ладненько. Или что, Trade Me? В смысле, на Shadow, я так понимаю? Не-не-не, трейдиться на своего беззубика я не собираюсь, спасибо. Я еще так и не определился, что я буду с ним делать, продавать или на конкурс ставить, поэтому трейдиться я на него вообще не собираюсь, спасибо. Ладненько, я побежал на следующий сервер. Все, готовность номер один раздавать яйца на новом сервере. Давайте пишем снова сообщение. Это, конечно, вообще невероятно, невероятно, просто невероятно. Так, всем привет. Давайте, может, кто-нибудь все-таки побыстрее тут подойдет? Не так, как на прошлых серверах. А то было немножечко неприятно. Ну, кто-нибудь подойдите, пожалуйста, возьмите у меня. Яйцо берут, господи боже мой, ничего себе. Так, ты получаешь яйцо на пенсии. Ты даришь их? Угу, я снимаю видео на канал Лазер 20... Да блин. Какой 22? Только 23. Лазер 22 это... Что? Спасибо, только закрой мой ник. Ну ладно, хорошо. Ладно, я этот никнейм закрою, хорошо. Так что вы... А, нет, ну, скорее всего, я не смогу его закрыть, потому что это будет немножко сложно. Так. Кто-нибудь еще будет подходить? Что такое? Вот так вот. Давайте, кто подойдет? Я. Так, я первая. О, еще я. Вы посмотрите, сколько я. Так, вот.
тебе вот это яйцо. Слушайте, мне прям настроение поднялось, правда. То есть до этого как-то вообще все медленно, тихо, кто-то подходил, кто-то уходил, а тут во, сразу же сколько я. Вот. Здорово. Так, я позже, подождите, кто это? Я не смотрел на прошлый никнейм. Так. Можно мне? Я не видел, я ему давал или нет? Напишите в комментариях, пожалуйста. Так, ты получаешь яйцо пустыни. Так. Все, ну все тут. Так. Дальше, кто еще? Я. Так. Стоп. Тебе давал. Кому я не давал? Подходите. Ну, напишите что-нибудь. Я ж не знаю, кому я давал, кому не давал. Можно другое. Ничего себе, блин, другое. Бесплатно дают яйцо, еще и другое просят. Нельзя. Скажи спасибо, что вообще дал. Да блин. Не... Ай, пофиг, короче, все, ладно. Меня на этом сервере тоже какой-то дурдом происходит. В общем, все, ладненько, побежали на следующий сервер. Ну и вот я уже на четвертом сервере, и перед раздачей я бы хотел поделиться своим личным мнением. Ну, во-первых, у меня почему-то хреново начал работать Roblox на телефоне. Я не знаю, с чем это связано, до этого было все нормально, пока не начал снимать. Теперь проявилась какая-то хрень. Второй момент, по какой-то причине... Попрошаек стало меньше. Вот это прям удивительно. Я не понимаю, с чем это прям связано. Но неужели прям правда повлиял мой ролик на все это? Вот прям напишите в комментариях, правда ли это, что попрошаек стало меньше? Вот мне прям интересно. Ну ладненько. Полетели дальше раздавать яйца. Так, сейчас где это мое великолепное сообщение? Так. Ну, вот посмотрите, я два раза написал сообщение, никто вообще не подошел. Хотя тут только русскоговорящие. Ну, возможно, тут еще и англоговорящие есть, но все же. Ну, хотя бы один человек подошел. Ну, ладненько. Я. Так, ты получаешь японское яйцо, Танечка. Так, ну как-то они даже без эмоций, я не знаю, как будто, знаете, такое ощущение, что им каждый день просто яйца дают и все, вот, ну как-то вообще без эмоций. Так, Танечка, так, сейчас, подожди, пожалуйста, секунду. А, ну ого, хотя бы написала, хотя бы какая-то эмоция. Так, ты получаешь королевское яйцо, Лела. Кстати, какое-то имя знакомое. Спасибо, вот! Вот это надо писать, когда тебе дают такой подарок, вот это надо писать. Я. Так, не, ну смотрите, все-таки... Так, трейд Милана. Да я вижу. Так, а ты получаешь... Ну слушайте, давайте дадим ей это опасное яйцо. Самое эпичное. Я хотел его напоследок подготовить, но ладненько. Милана получает опасное яйцо, самое эпичное, которое есть на данный момент. Хах. Так, это кто? Все, вроде бы всем дал, да? Я. Это кто? Так, а, ну да, тебе еще не давал. Ты получаешь яйцо на пенсии. Яйцо с усами. Спасибо. Вот. Пожалуйста. Можно мне? Сейчас всем дам, секундочку. Так. Спасибо. Спасибо. Ой, какое сообщение. Слушайте, я... А можно его как-то заскриншотить? Чтобы оно прям... Нельзя. Можно мне? А я тебе ж давал уже. А, нет, Бэби не давал.
Так, ну ты получаешь завершающее яйцо на пенсии. Так. Ну вот здесь мне прям с сервером капитально повезло. Тут прям много людей. Не обращайте внимания, что там творится за кадром, если вы вообще это слышите. Это обычное дело. Обычное дело. У меня тут кричат все постоянно. Так. Китти. Китти Кэт. Ты получаешь японское яйцо. Готово. Спасибо. Так, ну... Давай обменяемся, не надо. Так, ну вроде бы я тут всем все раздал. Побежали на следующий сервер. Да, тут уже все написали спасибо. Все, побежали на следующий сервер. Пятый сервер, и осталось всего 6 яиц для раздачи. Ну, давайте прямо сейчас здесь их и раздадим. Надеюсь, это будет завершающий сервер. Так. Так, давайте. Кто-нибудь будет подходить? Так. Я. Так, ну вроде бы, слушайте, мы тут, возможно, все яйца и раздадим. Так, ты получаешь яйцо пустыни. Да, уже зрителей даже много. Так, ты получила, кто еще подходит? Спасибо. Так, ладненько, давайте еще раз напишем. Так. Покемон, может быть, ну ладно. Так, ты получаешь вот такое яйцо. Их, кстати, больше всего осталось, потому что я их мало кому раздавал. Ну, это тотальное, конечно, яйцо, но все-таки тоже мощно. А где эмоции? Ничего не пойму. Такое ощущение, правда, либо люди неблагодарные, либо им каждый день такое дают. Просто вот подходит там какой-то там ютубер, вот каждый день они таких встречают ютуберов, им понадают кучу всего. Вот правда, у меня есть такое ощущение. Лайла, так, ты получаешь еще одно королевское яйцо. Так, спасибо большое. А, ну тут хотя бы написали, смотрите, тут хотя бы написали. Ладно, пожалуйста. Так. Кто еще? Спасибо большое. Ну, кто еще подойдет? 3 яйца осталось. 3 яйца осталось. Так. Ну и что-то отклонило. Может, случайно, конечно. Я. Так. Ты получаешь японское яйцо. Слушайте, что-то у нее никнейм знакомый. Может, я ее уже давал? Напишите в комментариях, правда, давал ли я ей или нет. Спасибо. Отлично. Ну, за спасибо, так уж и быть, дам тебе яйцо. Так. Я. Так, это кто? Спасибо большое. А, она все равно мои трейды отклоняет. Главное дело, пишет я и отклоняет трейды. Так. Осталось всего 2 яйца, и финальная будет королевская. Так. Так, готово. Я. Кто это? О, по-моему, она все-таки приняла трейд. Ну ладно, ты получаешь завершающее яйцо королевское. И даже ничего не пишет. Слушайте, ну если бы мне давали что-то, вот, даже когда вот мне даете на стриме, там, ну, например, кошечек, собачек, я любому подарку рад. Вот правда, я готов отблагодарить вас как только можно. Тут же пользователи просто вот, даешь им и все, и так сойдет. Так, ну ладненько, все, яйца я всем раздал. Спасибо за просмотр, ребята, с вами был Лазер. Увидимся на стриме, всем пока, ребята.